вас случилось? Не знаю. Что это оно все? Подержи. Эй, вы, что вы делаете? Крапивин, ты что делаешь? А ничего. Что надо, то и делаю. Ну-ка, поставьте наш класс на место. Убери руки! Вот теперь где ваше место. Ах так? Держи его! Стой, держи! Вот, отпусти! Отпусти! Упушу, я отпустил, да, я тебя упушу! Еще два раза укусишь! Ну вы за это еще ответите. Еще кусается. Эльвира Борисовна, ну что же это такое? Мы же одной макулатуры сколько набрали. Вчера была конференция, и выяснилось, что мы очень увлеклись охраной природы и макулатурой. И здорово поотстали в спортивно-воспитательной работе. Ну, а в шестомат ты уже, наверное, знаешь. Так это из-за Цехановича? Ну, Эльвир Борис, но он же и в прошлом году был чемпионом. Надо же. Никогда не думала, что в нашей школе учится такой необыкновенный мальчик. И вовсе он обыкновенный. Они его, между прочим, дразнят тушканчиком, а по-английскому у него сплошная трудь. Ну, дело не в английском, Ляль. Вернее, не только в английском. Чемпионы. Это ж такие люди. Они необыкновенные. В чем-то даже исключительные. Вот нормальный человек, вот этот молоток. От силы на 10-15 метров кинуть может. А другой возьмет на целых 70. Это же невероятно. Значит, нам надо сделать своего чемпиона? Я думаю, воспитать своего чемпиона. Эх, жаль, Цеханович не наш. А нечего было лезть к ихнему Цехановичу. Кстати, сегодня экстренный сбор. А почему экстренный? Узнаете. Да ну, никого не пропущу! Не подходи! Тихо, я сказала. Доклад. Чего? Доклад. Ребята, за последнее время мы добились немалых успехов в вопросах сбора макулатуры, тимуровской работе, повышения успеваемости. Но в вопросах спортивно-воспитательной работы у нас есть еще много недоработок и недостатков. Итак, основной наш недостаток... И так быстро не успеваю. А, ты не все записывай, только главное. В общем, у нас нет ни одного чемпиона. Кого? Чемпиона. А где его взять? Где? Можно подумать, чемпионов где-то берут. Их воспитывают в своем коллективе. Вот и мы должны воспитать такого чемпиона. Только одного? Пока одного. А потом? Ну, потом посмотрим. А кого будем воспитывать? Ну, вот об этом нам и надо подумать. Говорила Гвиненко. Ребята, я предлагаю чемпиона Ляля Иванова. Она отличница, она представитель этого отряда. Она не просто товарищ в беде. Она принципиальная. Принципиальная, да. Вот. Спасибо вам, конечно, ребята, за доверие. Но у меня и так много общественных нагрузок. И я считаю, что чемпионом стать должен кто-то из мальчишек. А чего мальчиков? Сразу мальчиков! Правильно. Ребята, я предлагаю чемпиона Игоря Дмитрюху. Он почти отличник, он помогает Леве в работе. Он принципиальный. Меня? Да вы что? Я так ответственная за ДСАФ, макулатуру и за этот Сагарский крест. И вообще за то, что это за меня освобождение от физкультуры. Нам это освобождение! Дмитрюха! Придется оставить. Он действительно загружен общественной работой. И я не понимаю, почему мы должны кого-то выбирать? Неужели никто сам не хочет? Добровольно. А может, всем сразу, а?
Один займется шахматами, другой плаванием, третий боксом. У кого-нибудь талант раскроется. Да? А если этот талант не раскроется, зачем нам силы зря... Онищенко, ты куда? Надоело. Что тебе надоело? Бодяга ваша надоела. Болтовня все это пустая. Наконец-то ты открыл свое истинное лицо. Какое еще лицо? А такое, настоящее. Говорила Глинянка. Ребята, Виктор Онищенко троечник и лентяй. Я уверена, что он может сбросить товарища в беде. Я объявляю... Я предлагаю объявить ему выговор. Да объявляйте, чего хотите, чихать. Я из-за вашей болтовни на тренировку опаздываю. Какая для тренировки важнее интересов класса? Я предлагаю объявить ему строгий выговор. Напугала. Пусти. Не пущу! Фигура! Стойте, стойте, стойте! Отпустите его! А на какую ты тренировку опаздываешь? На какую? На обыкновенную. А он с вышки в воду прыгает. Вот это да. Чего ж ты раньше молчал? Это же то, что нам нужно. Плеск! Молодец, Витька! Вы здесь подождите, только тихо, а я к тренеру. Неужели не страшно? Спорт! А с парашютом думаешь как? Видим, как у нее все запросто, без всяких. Да. Видишь ли, у Онищенко неплохие данные. Так, Поплавская, ноги, ноги, носочки тяни, тяни! Так вот, есть одно но. Не собран он парень. Опаздывает на тренировку. Потом учеба. У нас как? Одна двойка и гуляет, соревнованиям не допускается. Строго у нас. Шел? Молодец. Сделал на высоте. Так вот у Онищенко учеба не на высоте. Считайте, что уже на высоте. А как вы считаете, когда Онищенко сможет стать чемпионом? Ну, как сказать? Поплавская, сколько раз говорил, носочки, носочки тяни! Честно говоря, затрудняюсь. Вот через месяц у нас городские соревнования. Через месяц? Да, вот и посмотрим. Если у Виктора не будет срыва в учебе... Их не будет. И тренировки он на них не будет опаздывать. Ну, если, как говорится, все будет на высоте, то, пожалуй, второе место ему обеспечим. Второе? Видите ли, спорт есть спорт. У Виктора есть очень серьезный соперник. А кто он? Коваленко из трудовых резервов. Значит, наш Онищенко прыгает хуже его? Трудно сказать. Пятерка! Вообще-то они прыгают приблизительно на равных. Но Коваленко боец. В нужный момент он способен собрать волю в кулак и... оказаться на высоте. Вот именно. Онищенко! Руки! Рученьки! Ну, давай! И... Сережа. А, что? Это, наверное, тебя из-за проблемы. Черт. Когда это все кончится?
Давно тебе говорили, да, ищи другую работу. Да, да, другую. Да. Что случилось? Ничего не случилось. А кто звонил? Кто-кто знакомая? Сережа, что это за знакомая, которая звонит тебе ночью? Да не моя это знакомая, не моя, а сына твоего знакомая. Дай поспать. Да, Ляля. В общем, я понял. И учти, ты отвечаешь за то, чтобы Онищенко не было ни одной двойки в этом месяце. Понял? Ладно, пока. Тася, Тасенька, проснись. Тасенька, проснись. Тебя к телефону. Тася. Чего, бабушка? К телефону тебя. Значит так, ты назначаешься дружить с Онищенко. Как с Онищенко? Как? Обыкновенно, как мальчишки с девчонками дружат. Для чего? Будешь следить за ним, чтобы он соблюдал спортивный режим. Ляль, я не справлюсь. Знаю, справишься. Ладно, пока. Слушай, Иванова, завтра, то есть уже сегодня, контрольная по математике. Что делать, а, Иванова? Инженка же может пару схватить, запросто. Ну откуда же я знаю? Что, у тебя головы своей нет? Не могу же я все за вас всех думать. Ладно, пока. Почти всю ночь не спал. Ничего, молодец. А успеете? А как? Ладно, здесь. Все в коридор! Перконтрольно нужно класс проветрить. Давай. А зачем? Чтобы ты уже думалась. Давай, давай. Давай. Иди. Здесь, а ты чего стал? Иди. Вали отсюда. Вали. Вали, тебе сказал. Четылка. Иди, иди. Первый ряд. Выключи. Слышь, а зажжется? Пигмей, физику надо учить хотя бы иногда. Да, включи. О, минут 10 будет гореть, пока бумажка не высохнет. Давай, двигай стул. Попрошу тишину. Тишину попрошу. Девочки, Ярик, пересядьте, пожалуйста, назад. Онищенко. Дьяченко, Мотькин, пожалуйста, вперед. Прощай, Мотя, отпусти. А чего я? И что сразу я? У меня, между прочим, за прошлую контрольную пятерка. Вот как раз эта пятерка меня и настораживает. Приступайте.
Дьяченко, сколько бы вы ни смотрели в потолок, решение там не отыщете? Дьяченко, прекрати сейчас же! В чем дело, Логвиненко? Марья Васильевна, а он лампочки гасит. Чего? Да я с места не вставал. Он их смотрит. Ну и что? Я могу на это посмотреть, пожалуйста. Не гаснет же, а? Он телепатирует! Я Дьяченко, я рада за вас. А чего? Я ничего. Как сидел, так и сижу, ничего не телепатирую. Вы не очень сильны в алгебре, но есть надежда, что физика вам будет даваться гораздо легче. А теперь я попрошу вас вместе с дежурными вывинтить лампочки и вынуть из патрона бумажки. А время на это мы займем у перемены. Подумаешь, вместе с мальчишкой подружиться. Что здесь такого? Ты же самая красивая девочка в классе. Что? Тась, я не слышу. Я уже дружу, мальчик. Да? Ну и с кем же? С одним мальчиком. Ну, он хоть из нашего класса? Нет. Эх ты, не могла кого-нибудь из нашего класса выбрать? Ну ладно, не расстраивайся. А ты готовить умеешь? Нет. Ну вот, значит, будешь заведовать едой, Онищенко. Так. А Тарасенко с кем-нибудь дружит? Дружит. А Таня Верба? Тоже. А Медникова? Ага. И когда вы все успели? Ну ладно, ладно. Так, придется мне самой с ним подружиться. А он с тобой не станет дружить. Это почему же? Да так. Ну а что, хуже других? Ну а с кем же он тогда станет дружить? С Макарониной. А она с ним? Она тоже. А почему же они не дружат? Неужели ты не понимаешь? Не понимаю. Макаронина выше его на целых 10 сантиметров.
Чего это? А вот наш чемпион! Зачем все это? Как зачем? Как зачем? Вот это! Тебе слово от Обед. Ребята, что это? Творожная запеканка. Я ее терпеть не могу. Во время еды не разговаривают. Ты чего? Ничего. Нет, Витенька, не так. Вилку задает в левую руку, а ножик в правую. Ничего. Вот, нашел. Кто это? Вундеркинд в нашем дворе живет. На скрипке пилит ва. Это тебе для культурного развития. Каждый день будет играть. Понял? Давай! Так, Танечка, давай ешь, культурно развивайся, а мы делом займемся. Таська, читаем географию. А я английский сделаю. Что лучше? Ну как ты не понимаешь? Это тебе совершенно не идет. Это не твой стиль. А мама твоя ругаться не будет? Нет, у нее этих платьев вешать некуда. Так, посмотрим. Как ты думаешь, это мне пойдет? Конечно, это же твой стиль. Кстати, ты ничего не забыла? Нет, я беру у него потихонечку учебник, он его ищет и находит. Верно. А потом, значит, я его жду около школы, и отдаю ему учебник. Да, а как ты к нему подойдешь? Ну, как? Обыкновенно. Ладно, давай отрепетируем. Вот я буду Онищенко, а ты будешь ко мне подходить. Здорово, Онищенко, ты сегодня ничего не потерял? Ну что это такое? Во-первых, вынь руки из карман. Во-вторых, что это за здоров? И в-третьих, не сразу спрашивай, что он потерял. Смотри, как надо. Ой, здравствуй, Витенька. Какая погодка сегодня чудесная. Ну, поняла? Ага. Дальше. Ну, а дальше? Дальше я должна его проводить. Ой, ну почему же ты его должна проводить? Он мальчишка, он тебя должен провожать. А если он не захочет? А ты его попроси. Как? Ну как, намекни, что возле вашего дома хулиганы, что ты боишься. Кто, я?
Да неужели ты не понимаешь? Мальчишкам приятно, когда у них просят защиты. Сейчас. Алло. А, это ты, Дмитруха? Ну, узнал насчет Коваленко? Сейчас, подожди, запишу. Хорошо, молодец. В общем, завтра обсудим этот вопрос. Пока. Ну что, займемся платьем? Макаронина, неужели это ты? Я что? Да, платье-то, конечно, ничего. А прическа какая? Какая хризантема! А тебе что надо? Глаз, что ли, захотел? Да, платье, конечно, шикарное. Прям за Ничего. Тебя кто-то обидел? Тебе-то что? А кто это, ты знаешь? Ну, конечно, ты Макаронина. То есть, Макаренко. А ты меня сразу узнал? Сразу? А как? По голосу, да? Да нет. Увидел и узнал. Макаренко? Витенька, иди, пожалуйста, в класс. Марь Васильевна. Иди. Марь Васильевна, я... Ничего, не плачь. Не плачь. Вытри слезы. Ты знаешь, почему я не люблю бумажные цветы? Они никогда не меняются. На мой урок можно приходить? Иди домой, переоденься. Игорь Иванович, возьмите на себя какую-нибудь спортивную секцию. Да что вы, я и спорт. Ну, а что? Ну, до завтра. Я сделала обманное движение! Мальчики, в чем дело? Да мы ничего, мы не хотели. Нечаянно. Сейчас, стойте. Ну, ладно, идите, я сама. Вы уж их извините, Эльвира Борисовна, они не хотели. Ничего, Ивана. Кстати, как у вас там дела? Санищенко? Санищенко, все идет по плану. До свидания, Марья Васильевна. До свидания. Вот только с математикой у него не лады. Вы же знаете, Марья Васильевна, она такой человек, что... Ну, с двойкой его к соревнованиям не допустит. А если вам его подтянуть? А мы уже подтягиваем. Но он и так загружен. Времени же мало, в бассейне занимается. Да. Ну ладно, Иванова. Марья Васильевна, вы, наверное, знаете, что ведь они что-то заниматься прыжками в воду. У них очень ответственное соревнование. У нас ты чего здесь? Жди в раздевалке, там народу меньше. И смотри, ничего не забудь, ладно? Ты чего здесь?
Мой, где ты его нашла? Я его взяла. Так он тебе нужен? Он мне вовсе не нужен. Я так, чтобы познакомиться с тобой. Да, но мы уже знакомы. Ну, тогда, чтобы подружиться. А? Ты же хотела... Ничего не хотела, просто пошутила, понял? Просто мороз глаза щипит. Постой, можно я тебя провожу? Защищай, что ли, хочешь? Да нет, я так, просто. Между прочим, мне одно совсем не скучно. А вообще-то, я тоже хотел с тобой дружить. Брёшь, это потому что я первый напросился. Да нет, я уже давно хотел. Только я думал... что ты не захочешь. Правда? Честное слово. А над нами смеяться будет. Почему? Я же выше на целых 9 сантиметров. Ну и что? Подумаешь, 9 сантиметров. Отвяжись.
Подержи. Покатались и хватит. Чего? А того, санки отдайте. Улыб, не дай ему по кумполу. На, возьми свои санки и больше не плачь, хорошо? Хорошо. А где твоя мама? Вон. Ну, беги. Ой, здорово ты их. Не люблю, когда нечестно. Ой, опять шапку порвала, ну и влетишь же дома. Пошли быстренько домой. А если бы потерялась и маму не нашла? Ну что, по домам? А может, еще погуляем? Пойдет Онищенко. Вы решили задачу, Онищенко? В таком случае я вынуждена буду поставить вам... Он решил, решил, Марья Васильевна. Ну, тогда пожалуйте. Давай. К доске. Давай. Давай, давай. Одна бригада изготовляет час 35 деталей, другая 45 деталей. Нет, условия читать не надо. Вы решайте. Вот не задача. Очки в учительской забыла. Марья Васильевна, можно я за ними схожу? Да, будь добра. Они там на столе или на подоконнике. Yeah.
Мы ждем вас, Онищенко. В первом действии мы 35 деталям прибавляем 45 деталей. Правильно. В результате получаем 80 деталей. Верно. Во втором действии... Марья Васильевна, извините, разрешите климатическую карту взять. Меня Игорь Иванович послал. Иванова, раз вы уже у доски, подайте, пожалуйста, карту. Ну что же вы, Иванова, вас ждут? Спасибо, Марья Васильевна. Садитесь, Иванова. Онищенко, ваш дневник. Марья Васильевна, прошу вас, не ставьте ему эту двойку. Поставьте ее мне, это я виновата. Честное слово, я. Если вы сами осознаете это, то сами же... Можете оценить свой поступок. Положите очки на стол и садитесь. Единица с обманом, Онищенко. Как? С каким еще обманом? Вам лучше знать. Что же мне теперь делать? Не знаете? Что с единицей делать знаю. А вот с обманом? С обманом? С обманом еще легче, Онищенко. Даже ничего не надо учить. Не лгите и все. Ни себе, ни другим. Ну, идите на место. А чего я? Чего я? Чуть что сразу Митруха! Нет, ну вы скажите, ну почему чуть что сразу Митруха? Но ты же ответственный за успеваемость. Да я весь месяц за него уроки делал. И вчера? А как же? Вон мы с Яриком вчера в план 10 ушли, а его все не было. Как это не было? Во сколько вчера тренировка закончилась? Половина седьмого. Это я виновата. Так. Но не в том дело. А в чем же? То, что сегодня произошло, Ляля, это подлость. Я, между прочим, для класса стараюсь. А тебе, Макаронина, на класс наплевать. Говорила Гвинятка. Ребята, Макаренко поступила нехорошо. Она подвела класс, подвела отряд. Я предлагаю, как не справившись... Не справившись. Да, как не справившись с ответственным поручением, Макаренко с Онищенко раздружить, а на место назначить новую деву... Замолчи! Светла Гвинятка. Онищенко. А что я такого сказала? Макаренко, ты куда?
Дмитруха, задержи ее. Ага. Где здесь дом 12-а? После 11-го, тетя. Эй, слышь? Ты бы штаны напялила. Товарищ водитель, ну поехали. Подождите. Ладно, качай смеяться. А то поймаю и уши надеру. Все-таки, Макаронина, ты поступила по-свински. Сразу надо было сказать. Да, по-свински. Ну что такое? Ну, зачем ты это сказал? Почему? Ну, зачем ты это сказал? Все дело провалило. Так что мы будем делать? О, начинается. Говори только по делу. У меня авторучка выписала. Палец, я уже тебе сказали. А ей так по делу. У меня мама химической работает. А папа работает. Если мне не будут мешать, я вообще ничего говорить не буду. Дьяченко, что ты ей мешаешь? Ну-ну, говори. Так вот, мама мне такую жидкость принесла, что на любые пятна, хоть бумаги, хоть чего выводит. Во, врет, а? Я вру? Вот. Поставь. Тася, про макашку. Ой. Здорово. Чего же ты раньше молчала? До этой жидкости цены нет. Ну все, ребята, была единица, не будет единицы. Обман. Так мы единицу и обман выведем за компанию. Ха, еще раз обманете, только и всего. Чего обманете? Да сядь ты, Дмитруха. Ну а что ты предлагаешь, Ярик? Говори. И скажу, скажу. Права была Макаронина. Подлость все это. Ярик, подожди, я с тобой. Вот. Да пусть катится. Подумаешь. Я всегда считала, что наплевать. Да ладно, помолчи ты. Кстати, как там у вас насчет Коваленко? Ну что? Мы еще сами не знаем. Да? А когда же вы узнаете? Да вообще-то есть один план. Я же тебе рассказывал. Ну ладно, попробуйте. Пошли. Только о каждом шаге сообщайте мне. Какой план? Да пошли. Да, Дмитруха, не забудьте взять дневник у Онищенко. Пусти, пусти! Пока отпустим. Пусти, я и так покажу. Знаем мы вас, сами такими были. Вон он! Где? Да вон, без шага.
который. Понятно, так. Фигура. Обязательно пойдем. Позови. Сам зови. Ну. Кололенко! Ау! К тебе пришли! Я сейчас. Ты что ли звал? Поговорить надо. Ну говори. Не здесь, вон там. Ну, пошли. Где он? А, убежал. Это не на дворот гнался. Ну так чесал, так чесал, только пятки сверкали. Хорошо, следил. Это не тот Коваленко. Это самбист какой-то. Может, первоклассник нас надул? Попадись мне этот шкет. Ты знаешь, что-то мне не хочется этим делом больше заниматься. И вообще, школа здесь какая-то. Я сюда больше не приду. А Ивановы что скажем? Ну, что скажем? Скажем, что все на мази. Припугнули. Эх ты, пигмей! Тебя ведь с детского сада учат, что врать нехорошо. Это нечестно. А подлавливать и пугать честно? А уроки за Нищенко делать тоже честно? А вот струсил, да? Кто я? А я что ли? Эй, постой, Юрка! Да погоди ты, еще не вечер. В общем, завтра в 10 встречаемся около метро, понял? Да понял. Только знаешь, что-то мне это не нравится. А что, у тебя есть план лучше? Да нет, плана нет. Только понимаешь, все это... Ну нет, ты-ка помалкивай, пока я опаздываю. Игорь, подожди, Игорь! Олег? Олег. Значит так, мы внештатные корреспонденты «Пионерской правды» по городу и области. Я этот, вот, лицотрудник, а это вот при мне фотограф. Входите, ребят. Пошли, фигура. Понимаешь, нам редакция поручила сделать фотоочерк о пионере-спортсмене. Мы посоветовались в разных организациях. Все советуют тебя. Меня? Странно, почему меня? Ничего странного, ты будешь большие эти. Ну, большие надежды. О, олимпийские. Ну что вы, ребята? Не скромничай. Времени у нас мало, сразу приступим к делу. Фигура, ты готов? А как же?
Все. Ну как? Вообще-то ничего, но маловато. Да. Чего не хватает? Понимаешь, чемпион у нас получается. Все дома, в тепле. Тепличный какой-то. Да? А что ты предлагаешь? Ты знаешь, я бы снял закаливание. Чего? Подожди, говори. Ну, как он плавает в проруби на реке? Я в проруби? Подожди! Фигура! Ты гений! Ты в проруби плаваешь? Ну что, ребят, в какую проруби? Да ты не бойся! Там старички! Мерзгаде царская! Слышь, Фигура, испугался? Да ничего я не испугался, просто все нормальные люди это дело с осени начинают. Здрасте, ты слышал, Фигура? Что ж нам теперь, следующей осенью, что ли, ждать? Да ты не бойся, ты вернешься, я шлепну пару раз, и все. Да, и все. Но это же будет липа. Липа? Да какая липа? Ты пойми, тебя напечатают в газете. И тысячи, сотни тысяч пацанов. Даже миллионы. Да, может и миллионы, по твоему примеру, будут дружно прыгать в прорубь. Они окрепнут. Перестанут пропускать занятия. Да, будут лучше учиться. Поступят в институты. Да. Вот именно. А ты говоришь липа. Ну что, ребят, если для дела, я согласен. Правда, со временем у меня. О, молодец! Насчет времени не беспокойся. Мы мигом. Иди, иди, одевайся. Порядок, погнали. Тут осторожней, значит, голову свернет. Да ладно. Слышь, Ивану позвонить надо. Обойдется потом. Как она сказала, каждом шаге? Ах, да. Ты что, с ума сошел? Слышит. Ладно, дуй вниз, там автомат для подъезда. Ивановой позвонишь. Давай. А где двушку возьму? Дам я тебе двушку, все я тебе дам. Да, а куда ты меня потащил? Давай, давай, давай. Ивановой что скажем? А зачем мне звонить? Да, а что ты сказала? Давай, звони. Запихнул все-таки. Готов. Ну что? Сидит. Игорь, что случилось? Лифт застрял! Да тихо вы! Игорь, что будем делать? У кого лет еще час времени? Игорь! Хорошо, выйдешь, загоняй. Пошли быстрее. А если монтёр быстро явится? Хотя что, в доме лифта нет? Не-а. Понятно. Вот дает. Ну все, ребята, давайте, чешите. Да не трогай, посмотрите. Не беспокойся. Жаль, пленки нет, снял бы. А чё ж крутишь? А счетчик кадров? Ты этого типа не знаешь. О, вон он бежит. Где? Да вон. Чего так долго? Долго? Да я глаз сорвал, пока в этом лифте орал. Ну и монтёр у вас. Ну как, все отсняли? А как же? О, хорошо, полный счетчик. Ну как ты себя чувствуешь, взбодрился? Что-то не очень. Что, горло? Ага. Немножко побольно. Да, горло ерунда, временно. Зато открываешь газету, там ты, во! Ладно, пойдем. Чего держись? Эх, жаль, времени нет. А то бы нырнул. Ты скажи привет, дедушка! Пошли, ребят. Привет, Витек, держи. О, порядочек!
Да, насчет Коваленко можешь не беспокоиться. Приболел бедняга. Теперь дело за тобой. Смотри завтра, не подведи. Кто приходил? Они единицу вывели. А что же теперь делать? Подожди. Ты что ищешь? Где-то у меня тут должна ручка быть с красными чернилами. Будем хором кричать: «О, Нищенко!» Только все вместе, организованно. Ну что это? Дорогие ребята, все мы знаем, как велико значение спортивно-воспитательной работы в жизни учащихся. Пионеры нашего класса все ответственности подошли к этому вопросу. На закончившихся вчера соревнованиях ученик нашего 6-го Б класса Виктор Онищенко занял... Сделай паузу, будут аплодисменты. И не забывай, говори громко, с выражением. До понедельника выучу выражение. Эльвира Борисовна, вам здесь удобно? Да, спасибо. Ляля, где Марья Васильевна? Марья Васильевна? А я и дозвониться не могла. Дмитруха, ты отвечаешь за несение на руках, понял? Все будет четко, Иванова. Ты меня знаешь. Ну что, Онищенко, оказался не на высоте. Я уже грешным делом подумал, что ты на этот раз... переиграешь Коваленко. Я его переиграю, честное слово, переиграю. Ты сначала алгебру переиграй. Я алгебру переиграю. Ну ладно, иди в зал. Товарищи, внимание! Ввиду того, что к соревнованиям допускаются только юниоры, успешно занимающиеся в школе, комиссия снимает соревнования. Пономаренко Сергея, спортобщество «Спартак», 32-я школа. Вавилова Максима, спортобщество «Авангард», 111-я школа. Онищенко Виктора, спортобщество «Динамо», 48-я школа. Как? Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Юниоры, допущенные к соревнованиям, приглашаются на разминку. В чем дело, Онищенко? Дневник? Что дневник? Мистика. Ее же вчера еще не было. А, это, наверное, жидкость такая. Она не всегда будет, а только на время. Вот еще. Разве бывает такая жидкость? Ну, конечно. Он я кино смотрел. Шпион взял, написал письмо, потер какую-то жидкость, и оно исчезло. А потом наши взяли, утюгом прогрели, и она появилась. Так что ж, по-твоему, Онищенко свой дневник утюгом грел, да? А может, он его в теплом месте держал? Где он у тебя был? На подоконнике. Вот, а внизу батарея. Кто ж такой дневник на подоконнике держит? Возьми. Дубина ты столеросовая. Забирай. А что ты бросаешься, Иванова? Что ты бросаешься? А ничего, нечего было лезть со своей дурацкой жидкостью. Ты бы выбрался, потом еще бросаешься. А мама, там что-то происходит. Я думаю, они сами разберутся. Да? На вышку приглашается Олег Коваленко. Спортобщество «Трудовые резервы», 52-я школа.